кажется, что левые связи осуждают в основном те люди, которые сами их иметь не могут. Ну, представьте себе, обычный, нормальный мужик, но принципиально не изменяет жене. Молодец, да? И вот его отправляют в командировку в Бельдяж, сюда, на слет миллиоратора. Он поселяется в нашей гостинице, в нашем 108 номере. А в соседнем номере Жанна Фриски перепутала слет миллиоратора со слетом миллиардера. Твою мать! В гостиницу, пожалуйста. А дорогу покажешь? И она влюбляется в него с первого взгляда, когда он постучался к ней в номер кипятильник попросить. У вас кипятильника не найдется? Простите. А мы помним, что он верный муж. Вот по какой причине он может ей отказать, а? Нет, ну давай так. Может. Может. Но тогда это комплексы. Боязнь не соответствовать. Ну, то есть не потому, что он такой верный. Либо есть другая причина. Он мудак. У него могло быть самое яркое приключение в жизни. А с другой стороны, ты представляешь, как в такой ситуации приятно отказать? Пришла и говорит: я люблю вас, Вячеслав Гаврилович. А он ей раз, а я вас нет. Всем бабам в ее лице отомстил. Уважаемый Жанна Фриски, держите себя в руках. Я женат. И кипятильник свой заберите. И прогнал ее. Скотина. Всех нас опозорил. Ничего, мы ему сейчас отомстим. Он возвращается домой и рассказывает все жене. Но жена, тем не менее, устраивает ему допрос. Но ведь было же, да? Было. Глаза мне смотри. Да не было ничего. Зачем бы я тебе тогда рассказал? Правда не было? Ну? Отказал бы. Жанне Фриске. Да. Ну ты мудак.